На протяжении последних нескольких лет между двумя общественными компаниями «Молдова Уну» и ГРТ действует соглашение о сотрудничестве. В рамках документа общественному каналу ГРТ оказывается всесторонняя поддержка. Генеральный директор компании «Молдова Уну» Влад Цуркан готов сотрудничать в этом направлении с руководством ОК ГРТ и дальше. Мы обратились к нему с рядом проблем, которые сегодня испытывает телерадиокомпания Гагаузии, как технического плана, так и творческого плана. И наши коллеги обещали помочь, оказать всестороннюю поддержку ГРТ, конечно, насколько это возможно. И с целью расширения протокола взаимосотрудничества, за что мы очень признательны генеральному директору телерадио Молдовы господину Владу Цуркану. Гагаузия радиотелевизиону является общественной вещательной компанией автономно-территориального образования Гагаузии. Это единственная в мире вещательная организация, в эфире которой звучит преимущественно гагаузский язык.